Привет, с вами снова прогноз погоды, и сегодня мы поговорим о страшном, о шотландской алкоголической прозе. Рон Батлин, «Звук моего голоса», книга для меня, оказавшаяся абсолютной неожиданностью. То есть мы все знакомы с именами Йена Бэнкса, с именем Ирвина Уэлша, который написал, кстати, предисловие к очередному изданию этой книги. Но Рон Батлин как-то прошел мимо нас, и очень-очень зря. Как и другие книги, эту не стоит начинать читать со всех аннотаций и отзывов о книге, которые опубликованы на обложке, потому что отзывы не дают никакого представления. На самом деле в книге нет ничего веселого, и никакой такой веселой кельтской души в этой книге вы не найдете, потому что книга очень драматична, и для тех, кто переживал состояния, близкие к состояниям героя этой книги, это будет очень страшное чтение. Главный герой книги – Морис Магеллан, 34-летний успешный менеджер, который управляет компанией по производству бисквитов. У него есть все, что нужно в этой жизни. Отличная работа, где он на очень хорошем счету, жена, двое детей, но есть у главного героя одно пристрастие, которая в итоге его чуть не губит. Это алкоголь. Казалось бы, чего можно ожидать от алкогольной прозы после Джека Керуака, Чарльза Буковски и, если мы берем русскую прозу, то Венечки Ерофеева. Оказывается, можно. Книга, написанная в 80-х годах, впервые тогда изданная, показывает человека, в общем-то, успешного во всех отношениях. Именно успех заставляет его прятаться от себя, поскольку восприятие его притупилось. Не случайно книга начинается с детских воспоминаний, где восприятие чистое и незамутненное. Алкоголь в данном случае – это попытка избавиться от грязи. В попытке избавиться от грязи главный герой втаптывает себя в нее все глубже и глубже. Пересказывать сюжет книги вряд ли имеет смысл, тем более, что Рон Батлин в первую очередь по призванию поэт, и это первая его прозаическая книга, что очень и очень заметно. И что удалось, замечательный переводчик, спасибо ему огромное, ему удалось передать поэтичность языка автора. Большое-большое спасибо. Еще до того, как ты смог что-то сказать, заговорила Элис. «Почему у тебя палка, папа?» «Ты не понял». «Палка у тебя в руке», — настаивала она. «Ты посмотрел вниз. В твоей руке была деревянная палка наподобие биты. Ты крепко ее сжимал». «Я начал было ты, но почти сразу же замолчал и снова посмотрел вниз». «Потому вступила Мэри, чтобы прикрыть твое сомнение. Потому что нам показалось, будто мы услышали мышь. А вы ведь знаете, как мамочка боится мышей». Кому читать? Во-первых, всем тем, кто уже читал и перечитал Чарльза Буковски и хочет чего-то нового. Это будет очень интересный опыт. Во-вторых, всем тем, кто любит шотландскую литературу и кто знаком с творчеством Ирвина Уэлша хотя бы по кинематографическим работам, а это мы помним, «На игле» и «Кислотный дом». В-третьих, всем тем, кто хотя бы однажды в жизни переживал тяжелый запой, из которого невозможно выбраться, хотя ты понимаешь, что вроде бы все в порядке, но ты все равно пьешь и в какой-то момент теряешь связь с реальностью. И в-четвертых, всем тем, кого сейчас слегка перевалило за 30, вы достигли успеха, вам все хорошо, но чего-то не хватает, а значит, что-то в жизни вы упустили. Это был прогноз погоды, читайте хорошие книги, подписывайтесь на наш канал и ищите ссылку на эту книгу под видео. Coffee machine that needs everything.